Здравия желаю, с вами как всегда я, Гост, и мы продолжаем реальную жизнь Омончика в GTA 5. Ну что ж, ребят, сегодня мы с вами отправляемся на очередное интересное задание по спасению Лос-Сантоса. Ну и в самом начале этого ролика, конечно же, как всегда, хочу попросить вас не забывать ставить лайки. Давайте, ребят, наберем под этим роликом всего лишь 5000 лайков, и я как можно быстрее запишу для вас новенькую серию реальной жизни ОМОНа в GTA 5. Ну и конечно же, если вы на канале впервые, не забудьте подписаться и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, ребята, в общем, сегодня мы с вами отправляемся на действительно серьезное задание. Дело в том, что буквально сегодня утром из главной центральной тюрьмы Лос-Сантоса был совершен побег. И побег совершила одна из самых влиятельных группировок в Лос-Сантосе, Мэриуэзер. Я думаю, ребята, многие из вас знают эту группировку и прекрасно понимают, на что она способна. И, в общем, сегодня, ребята, мы должны будем ее остановить. В общем-то, в побеге, конечно же, заключенным помогали другие участники банды, поэтому, ребята, я думаю, что у этих людей будет самое лучшее снаряжение, наверняка даже, возможно, будет военное, но потому что, ну, это реально, ребята, очень сильная группировка, у них самое лучшее оружие, которое вообще есть в Лос-Сантосе среди всех банд. Так, вы что-то прям так поворачиваете резко, капец, меня это пугает маленько. Я думаю, что сегодня будет достаточно серьезная битва против этих террористов. В общем-то, ребят, мы с вами, кстати, уже практически подъезжаем к тюрьме. Сейчас мы посмотрим, что там вообще сейчас происходит. Ну, я думаю, что уже все, конечно же, заделали. Тюрьму наверняка укрепили, поставили дополнительную охрану на всякий случай, да? Так, дайте мне проехать, чуваки. Спасибо, спасибо. Вот таким образом, ребята, просто проезжаем. Блин, с мигалками реально намного круче ездить, если честно. Так, ну и, в общем-то, просто сюда, ребят, спускаемся. Да, вон, посмотрите, сколько охраны сейчас тут стоит. Очень много, так, в тюрьму даже меня, посмотрите, на машине такой, на служебной не пропускают, то есть я не могу проехать на машине туда, вовнутрь. Ну и, в общем-то, я думаю, что сейчас, ребят, тут введено чрезвычайное положение. В принципе, нет смысла нам сейчас проезжать на территорию тюрьмы, нам нужно отправляться дальше. Насколько мне сообщили, следы этой банды есть вот в этой небольшой деревушке. То есть, вероятнее всего, банда поехала куда-то вот сюда и, возможно, будет пытаться здесь отыскать себе какую-нибудь базу, да? Возможно, сделать или найти какой-то просто перевал. То есть, в принципе, стоит нам с вами посмотреть, я думаю, окраины этого места. Я знаю, что здесь вот есть одно интересное местечко. Плюсом к этому здесь у нас что-то заброшенное. Тут вообще, по-моему, свалка автомобилей, да? Хотя, что им там делать, по сути, на свалке автомобилей? Блин, интересно, ребята. Надо будет сейчас посмотреть полностью этот пригород. Я думаю, что там что-то интересненькое мы сможем отыскать. Ну и плюсом к этому, ребята, я сейчас буду проезжать мимо вот этого небольшого городка. Думаю, там тоже я маленько осмотрюсь. Быть может, что-то интересненькое мне удастся заметить. Что-то ничего интересного здесь я не нашел, ребята. Город этот полностью чист, можно сказать. Поэтому я думаю, что смысла туда заезжать даже нету. Стоит все-таки проверить, наверное, саму деревушку. Пробовать отыскать противников где-то здесь. Вообще, в целом... Так, погоди-ка, тормозим, ребят. Там у нас, посмотрите, у нас где, по сути, заброшенная общага должна быть. Стоит на крыше вертолет. Это мотель, я имею в виду. Вот где мотель находится, заброшенный. Там у нас вертолет на крыше. И плюсом к этому я вижу, что... Там у нас стоят люди какие-то на крыше. О-о-о-о-о-о, ребят, походу мы приехали по адресу, короче, да. Да-да-да. Группировка решила расположиться здесь. Уже, как я вижу, заняла территорию, заняла оборону. Ой, дела у нас будут очень плохи, ребят, потому что я не знаю, как мы будем сейчас отбиваться от них. Они прям укрепились, как будто в замке находятся. Парни, вы что слетаете? Блин, давайте слазьте быстрее. Как вот так, а? Походу, задел небольшой этот, да? Как это у нас получается? Небольшой столбик. Он с какой-то собачкой. Походу, из-за этого они и слетели. Ладненько, давай продолжать движение тогда. Я не знаю, ребят, какую позицию выбрать для нападения, честно говоря. Потому что они со всех сторон просто укрепились. Отлично. Наверное, все-таки вот с этой стороны, ребят, попробуем подъехать. И где-нибудь здесь уже... Вот здесь вот, да, да-да-да, вот здесь, ребята, мы с вами начнем наше нападение. Я думаю, что мы просто сейчас подгоним тачку как можно ближе к мотелю. Просто на всей скорости. Давай, поехали! Поехали! Просто вот сюда! Все, шикарно, ребят, все. Снайпер меня не заметили, там он только сверху снайпер стоит, но с этой стороны никого не было. Шикардос просто. Так, здесь у нас чисто, как я вижу. Сейчас будем пытаться пройти вот сюда, ребят. Надо сначала снять снайпера, который у нас находится где-то здесь на крыше. Вон он. Так, бах, готов. Шикарно. Так. Никто не заметил вроде? Никто не заметил, все, отличненько. Так, и сейчас этих будем отстреливать. Так, вот, готов.
Просто отлично, ребят, полетели просто. Так, они даже не успевают ничего сделать. Ты посмотри. По-моему, судя по звукам, ребята, меня услышали и увидели. Потому что только что я слышал крики. Оп-оп-оп, стрельба началась. Так, откуда-откуда? Давайте-давайте-давайте, выбегайте на меня. Так, аккуратненько. Оп, вот тут один был. Так, ребят, сейчас будем застреливать, короче, просто. Давайте пройдем вот сюда. Оп-оп-оп-оп, вот один. Хорошо, хорошо, друзья. Так, куда бы мне подняться? Мне надо как-то подняться наверх, скорее всего, чтобы пробраться на базу, я так полагаю. Так, у нас есть даже тут труп. Посмотрите, походу, кто-то скинулся один, да, когда я стрелял. Оп, вот еще есть один чувачок, бежал на меня только что. Так, вот здесь можно пролезть уже. Так, ну там у нас был противник. Так, я не могу здесь пролезть никак. Блин, капец. Так-то небольшие вроде ящики эти. О, спасибо, парни. Парни, прикрывайте, прикрывайте меня пока что. Пока я здесь с этой стороны пытаюсь пройти. Оп, нас уже начали сзади просто обходить, ребята. Так, давайте этого чувачка сейчас просто ложим. Вот таким вот образом. Все, шикарно. У меня, кстати, почему-то, ребята, не стреляет оружие. Посмотрите, у меня что-то с оружием стало. Оно просто у меня, ребята, заело. Я даже перезарядиться не могу. Я сейчас могу только драться в рукопашку. Блин, что за приколы такие, ребята? У меня первый раз такая фигня на месте случается. Реально, блин. Я просто не могу стрелять этим оружием, ребят. Посмотрите, я нажимаю, он не хочет вообще ни в какую. Так, ладно, по всей видимости, мне придется пользоваться дубинкой, да? Ой, парни, 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 я не знаю, что мы будем делать сейчас, если я буду пользоваться дубинкой. Фиг его знает, получится ли у меня кого-то нормально вообще положить. Так, здесь запрыгнуть никак не получается. Блин, тут с этой стороны еще есть чуваки. Сейчас мы, короче, ребят, с вами сделаем по-умному. Воу-воу-воу-воу, они тут проходят все! Блин! Да капец, их там как много. А я стрелять не могу. Реально, ребята. А вот так могу. Все. Отлично, 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 ребят. Вот так вот могу из-за укрытия. Хорошо. Так, вот так не могу уже. Зато вот так вот могу. Блин, что за бред, ребят. Просто бред какой-то, реально. У меня такое в первый раз. Так, ну я там вроде одного чувачка положил. Сейчас будем просто стоять вот так вот и обстреливаться. Так, давай, 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 давай. Вот, отлично. Сейчас мы им туда бомбу липучку. Так, ловите куда-нибудь вот туда. Еще одну вам туда. И давай. О, блин, как близко, как близко, как близко. Так, отходим, отходим, отходим. Так, вон он где-то там в кустах должен быть. Так, давай сюда быстренько встаем за машинку. Сейчас я просто по кустам вот так вот расфигарю. Должен буду попасть рано или поздно. Либо его мои уже напарники пристрелили. Вот тот еще жив. Давай, 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 давай. Ладно, я взрываю, короче, вот таким вот образом. Все, отлично. О, нифига там пацика просто откинуло. Так, парни, вообще молодцы, просто вы меня выручаете сейчас, очень хорошо сегодня работаете. Поскольку у меня какая-то проблема случилась с оружием, которое мне сегодня выдали, я не знаю даже, как бы я без вас сейчас справлялся, если честно. Так, давай вот туда, просто застреливаем, все, шикардос, слушай, по-моему, мы его убили, да. Все, до талого. Так, и здесь вон еще один. Так, блин, капец просто. Ребят, я не могу стоять при помощи этого оружия, честно говоря, когда я не за укрытием. То есть у меня по-другому просто не выходит. Первый раз у меня такая фигня. Я не знаю, как это вообще исправлять и почему это такое происходит. Но, в принципе, ребят, такой небольшой челлендж у меня сегодня походу. Стрельба из-за укрытия. Настрелять 1000 очков из-за укрытия, блин. Шикарно. Попробуем сейчас сделать маленечко по-другому, ребят. Я просто ставлю сюда тачку. Так, где там еще чувак стреляет? О, блин, кстати, у меня, походу, броник все сломан, да? Как я вижу, у меня начинает хп отнимать уже потихонечку. Это печально, ребята. Это очень печально. Так, я не могу по нему попасть. Вот, попал вроде. Посмотри, посмотри, попал. Так, сейчас при помощи винтовочки что-то настреляем. Вот так, все, отличненько. Теперь точно я его снял. Фух, блин, так, давай сюда, на крышу. Блин, так, я упал. Я упал, ребят. Так, сейчас будем подниматься наверх. И вот тут вот просто перепрыгиваем на крышу. Блин, да ты что делаешь-то? Капец. Сегодня просто, ребята, я не знаю. Сегодня меня реально вручают мои партнеры. Вот просто кто со мной в команде. Только из-за них, ребят, я сегодня хоть как-то справляюсь с этими преступниками. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Проводим небольшую разведочку. Так, помещение вроде как чисто. Так, давай сюда. Отлично. Вот так, прячемся. Так, давай сюда. Все, шикардос. И начинаем просто застреливать, ребята. Там у нас о чем стоят чуваки. Сейчас мы их быстро застреляем. Сейчас мы их быстро вот так вот обстреляем. Отличненько. Вау! Блин! Капец! Какого фига они взорвались? Я даже не пытался их взорвать. Так, давай возьмем что-нибудь другое. Так, интересно, интересно, что можно еще взять такого интересненького? Так, давай возьмем, может, РПГ-ху. Вот так им просто туда РПГ. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Блин, ко мне подошли вплотную уже. Так, надо сюда забежать. Так, берем пулемет. И просто начинаем их вот так засаживать. Все, отличненько. Я уже вроде даже приспособился, ребята, к тому, что играю без оружия. Оно починилось. Все, шикарно. Ребята, оружие починилось. Я могу теперь нормально стрелять. Это шикарно. Там чувак просто стоит такой, даже не обращает на меня внимания. Так, зато вон тот по мне стреляет еще. Где-то вон там снизу еще один по мне фигарит, получи. Так, откуда еще?
понять не могу. А, вон. Так, блин, да вы что, офигевшие, что ли? Лови тоже. Все, шикарно. Так, надо перелезть как-то через этот заборик маленький. Так, давай, быстренько. Все, мы внизу. Сейчас будем проходить по этой стороне, ребята. Тут у нас еще есть челики, которые просто стоят, посмотри. Эти что-то чинят. Чего вы там чините? Что они делают? Я понять не могу. Они что-то просто чинят во время стрельбы, им вообще наплевать. Так, здесь мы вообще дофига людей уже положили. У нас еще здесь один вот остался. Быстренько убиваем его. Откуда вы стреляете? А, вон он. Привет. На тебе. Вот так, отлично. Там еще один. Так, сейчас мы его... Вот так вот. А, блин, промазал. Вот, отлично. Где-то еще тут орет. Где-то еще тут орет. А, вон двое. Все, быстро их валим. Все. Стоят такие, просто думают, что им ничего не будет. Нифига себе, блин, они офигевшие просто. Я в шоке, ребят, на самом деле. Так, проверяем все помещения, потому что внутри еще могут быть преступники, которых я просто не заметил и прошел стороной. Ну, а вроде как все чисто. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Получи. Вот так вот. Все. Хорошо. А что он тут делал вообще? Не вставай. Все, шикарно. Что он тут делал, интересно? Непонятно. Ну, ладненько. Так. О, этого мы не убиваем, ребят, он сдается. Так, где? Где кто стреляет сейчас? Я понять не могу. А, вот он! На тебе! Здесь кто-то есть? Нет, это мотоцикл. Фух, так. По-моему, я всех убил. Нет? Так, ребята, там этот чувак сдался. Мы его убивать не будем. Я так полагаю, что это один из главарей банды, которые устроили побег. Ну, а все, дружище, ты теперь у нас в плену, можно сказать. Капец, они тут оружие сколько уже насобирали. Это просто, ребята, жесть. Посмотрите. Они здесь реально хотели построить какую-то базу. Я не понимаю, это серьезно, что ли? Они хотели реставрировать мотель и сделать тут реальную базу на окраине Лос-Сантоса. Офигеть, тут и оружие, и патроны. И они уже начали заниматься реставрацией. И технику даже пригнали. Вы посмотрите на это. Это просто жесть, друзья. На самом деле, впервые такое вижу, чтобы настолько сильно наглели преступники. А, ну и, конечно же, надо же что-то как-то деньги-то зарабатывать, чтобы это все покупать. У нас тут наркота различная, деньги, да. А вот и тот самый автобус, на котором был совершен побег, я так полагаю, да? То есть мы его наконец-таки нашли. Так, дружище, сори, но мы тебя убьем. Еще один остался там последний. Так, а тут что? Это кто там бегает? Я понять не могу. Это еще один преступник? Так, стоять. О, блин! Ты че меня напугал так? Жесть просто, ребят. Нет, это у нас обычный чувак. Ладненько, я понял. И здесь, ребята, у нас с вами еще один небольшой складик преступников, на котором, как я вижу, одежда, патроны, какие-то баллоны непонятные. Это что у нас? Это слитки серебра. Нифига себе, просто капец, сколько у них всего. Ну и, конечно, сундуки Мэри Уэзер. Да, сейфы, в которых они перевозили оружие и так далее. При помощи чего они, в общем-то, и устроили побег из тюрьмы. Ну, а тот самый автобус, ребята, который, в общем-то, тоже был угнан, на котором они уехали оттуда. Все на самом деле интересно. О, тачка, капец. Посмотрите, знакомая машина, ребят, вам? Ну-ка, напишите в комментариях, если тачка вам это знакома маленько. Но она реально классная. Я так полагаю, что... Ох, капец. На ней можно просто... Просто сносить. Давай попробуем. Просто интересно, ребята. На чем тут катаются преступники? Пригнали такую технику. Вау! Отлично, блин. Шикарная тачка просто. Я бы ее на самом деле использовал в своих миссиях, когда сражаюсь против вот таких вот террористов. Просто бы таранил базы и убивал всех. Ну что ж, ребята, в общем-то, давайте на этом мы с вами будем заканчивать. Я надеюсь, что сегодняшний ролик вам понравился. Если это так, то не забывайте, конечно же, ставить лайки. Само собой, подписывайтесь на канал, если вы на нем были впервые. И, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.